собирают. Вот когда веточку сломала, перестала его трогать. По всей земле лег. Ну, лег и лег. Хватило. И наверху наросло. Сразу же было все привязано. Вон его сколько. Что ж мы с ним будем делать? Так, ладно, за одним покажу, тогда другой виноград. Вот этот вырос ниоткуда. Маленький. Прям посреди лета. Вот этот виноград, вообще его не было. Лети такие. Были как тряпочки. Не знаю даже откуда он вылез. Вон, наверное, из-под корня. Но вот этот был обрезанный. Вроде отрос, но на нем ничего нету. Так, еще один покажу виноград. Вон, видно, да? Там, который ты выкопала, Оля, а он вырос. Вот это первые стоят синенькие. Дальше помидоры. А еще дальше... Соврала. Первый стоит перец. Помидоры, а дальше синенькие. Ну, все. Ну, что тут в саду? Персик. Пересадила клубнику, розы еще раз отросли. Вот персик. А это новая клубника. Собрала сейчас, 6 штук сорвала. И пустой Джонатан. Малина вымахала, вторую уже вырезала. Груш не было ни одной. Ну и цветочки наши.